Привет! Всем добро пожаловать на мой бьюти YouTube канал. В этом видео будет интереснейший трендовый на данный момент макияж, который называется Latte Makeup. И давайте посмотрим, что пишут в сети об этом макияже. Latte Makeup вдохновлен работами в кофейно-молочных оттенках известного визажиста Таниэль Джай. Чтобы его сделать, используются бронзовые, янтарные, карамельные оттенки. Эффект должен быть такой, будто вы слегка загорели на солнце. Этот макияж можно повторить при любом цвете кожи, просто нужно подобрать подходящие вам оттенки. Нравится мне в этом макияже то, что он довольно красивый и в своем исполнении довольно несложная здесь техника. И, конечно же, то, что он носибельный, в отличие от каких-то ярких, супер ярких инстамакияжей. Не буду долго болтать, поэтому давайте перейдем сразу к нанесению. Начну с того, что нанесу спрей для лица. В общем-то, это фиксирующий спрей в конце макияжа, который используется. Но многие визажисты, в частности, суперпопулярные топовые визажисты, используют данные продукты, данную категорию спреев именно в начале макияжа. Это увлажняет кожу и помогает лучше прилипать всем последующим средствам, тональному крему, консилеру. В общем, лучше косметика, следующая декоративная косметика будет лучше наноситься, лучше держаться на коже. Поэтому начинаем мы с вами наш макияж именно с спрея. Следующее я хочу использовать, это вот такой вот праймер для кожи вокруг глаз от бренда Becca. Очень жаль, что пропал с производства, с продажи этот бренд. Хотя в интернете, по-моему, сейчас до сих пор продают много разных средств от этого бренда. Поэтому, если, в принципе, очень сильно что-то захочется достать, мне кажется, в современном мире с этим проблем не будет. В интернете сейчас есть просто все. Набираю средства на палец и потом добавляю именно на кожу под глазами. Это средство помогает убирать немножко синеву, такие как бы круги под глазами темные, и очень хорошо заполняет морщинки. Этот праймер вообще нужно использовать вместе с вот таким вот корректором. У меня это миниатюрка от Becca. Это также корректор для зоны вокруг глаз, но для этого макияжа он будет мне слишком светлым, потому что макияж я хочу сделать немного таким загорелым, летним, в летнем таком варианте. Поэтому я буду использовать корректор от бренда Charlotte Tilbury. Здесь цвет немножко потемнее, и он более подойдет к сегодняшнему образу. Использую корректор не особо жалея, потому что это полупрозрачное средство, но при этом оно, в принципе, перекрывает какие-то основные недостатки, синячки, разные пигментные пятна. Даже может увлажнять, если есть какая-то огрубевшая или сухая кожа вот в зоне вокруг глаз. Также можно добавить немножко этого средства и на веки, для того, чтобы также убрать какие-то, если есть покраснение, пигментацию или разные несовершенства. Так замечательно работает это средство, можете прямо сейчас это наблюдать. Мне кажется, очень хорошо перекрыл мои синячки под глазами, но при этом не видно, что на коже есть какая-то косметика. Обожаю это средство использовать в дневном, повседневном макияже и вообще в любое время года. Оно шикарно как и летом, так и зимой. Просто реально универсальное средство. Сегодня тональный крем у меня необычный. Это Healthy Glow от Charlotte Tilbury. Средство это можно использовать как и мужчинам, и как женщинам, так и мужчинам. Это можно сказать как такой экспресс автозагар бронзер для лица и тела. Очень интересное средство, потому что, смотрите, потому что, как обычно у нашей Charlotte Tilbury, все магическое, везде magic. Оно наносится именно как белый кремушек, кажется, изначально, но при распределении, при контакте с кожей начинает превращаться в тональный крем. То есть каким-то действительно магическим образом появляется пигмент в этом белом уходовом креме. И оно превращается именно в тональный, такой легкий тональный крем. Как будто это BB-крем. Люблю его наносить именно просто при помощи рук, без спонжа, без кистей. Ну, собственно, и Charlotte Tilbury в своих видео, в рекламных кампаниях
Именно так его и наносила. И наносить нужно, как обычный ваш уходовый крем для лица. Берем и растираем его, смешиваем с кожей. И не забываем про кожу вокруг глаз, точнее в зоне, где мы наносили до этого корректор, консилер, для того, чтобы цвет был однородным, чтобы кожа под глазами не выделялась от всего тона лица. Понадобится пудра. Пудру я буду использовать, свою любимейшую пудру от любимейшего бренда Succo. Это Oil Rich Glow Powder. Это пудра с эффектом свечения. Также в ней есть в составе масло. Маслянистые частички, которые увлажняют кожу и помогают притягивать влагу кожи. То есть эта пудра отлично подходит для сухой кожи и в зимний период, в осенний период, когда ветрено и сухо на улице, то этот вариант будет просто идеальнейшим на вот такие холодные ветреные периоды времени года. Пудра абсолютно не подчеркивает шелушение на коже, наоборот, очень хорошо, практически невесомо смотрится на коже и скрывает эти самые шелушения. Но при этом кожа выглядит с ней светящейся и такой довольно бархатистой. В макияже Latte Makeup брови должны выглядеть максимально натурально. То есть это не должны быть какие-то инстаброви или супер темные, супер широкие брови. Нет, это должно быть что-то натуральное, такое зачесанное кверху. Ну и приступим к нанесению средств для бровей. Использовать я буду, как вы уже могли догадаться, мой любимейший бренд, опять-таки Succo. У меня есть два вот таких вот маскара, как по-русски маскара, тушь для бровей в двух цветах. Буду я использовать сейчас оттенок, который посветлее. Тушь для бровей — это шикарнейшая. Она прокрашивает брови идеально, просто замечательно, на мой взгляд. Удлиняет волоски. Это будет очень актуально, у кого очень редкие брови и мало волосков на бровях. Для начала прочесываю просто обычно чистой кисточкой. Задаю направление волоскам. И уже после этого наношу сам продукт. Наношу именно от середины и до кончика брови, потому что сразу после того, как вы достаете тушь из тубы, больше всего пигмента она именно в этот момент будет отдавать. И для того, чтобы переход был плавным, начинаю именно от середины и до кончика. И потом уже остатками продукта на туши прохожусь в начале брови. Заметно отличие там, где ничего нет. И вот здесь волоски стали гораздо длиннее, объемнее. И, в принципе, мне кажется, уже можно не наносить никакой больше другой продукт. Но я хочу добавить немножко кончик, сделать более тоненький и потемнее. Поэтому я сейчас буду использовать лайнер. Но, в принципе, для ежедневной жизни я как бы, собственно, вот так и оставляю, не добавляя больше ничего. И плюс ее то, что она не смотрится как-то супер искусственно на брови, а наоборот натурально. Как будто это ваша настоящая бровь. Добавлю лайнер я именно только лишь на кончик брови, чтобы сделать более четкую часть брови. И немножко подчеркну на середине брови и там, где изгиб. Наносить фиксирующийся гель не нужно, потому что в этом продукте есть уже в составе все необходимое. То есть он не только прокрашивает, дает густоту, но и еще фиксирует брови в том направлении волоски, в каком вы зададите им направление. И теперь переходим к самому интересненькому, ради чего и затевалось все это видео. Я хочу протестировать палетку Huda Beauty Nude и палетку японского бренда Lunasol. То есть в этом видео хочу устроить такую некую битву брендов. Японский люкс, тяжелый люкс против
американского, западного тяжелого люкса. Но перед этим обязательно нужно сделать это скульптуринг, точнее нанести бронзер на лицо. Использовать я буду палетку от Charlotte Tilbury. Именно с этой палетки буду сегодня брать только лишь бронзер-скульптор. Наношу скульптор, не знаю, почему Charlotte Tilbury называет его скульптором, по мне это больше бронзер, нежели скульптор, но действительно очень, очень красивый оттенок, и он практически всем, мне кажется, подходит. Легкими круговыми движениями наношу на скуловую часть и на подбородок. Также не забываем про зону роста волос. Сюда тоже нужно наносить бронзирующие продукты. Но стараемся не слишком сильно заходить на сам лоб. А именно вот эту вот зону роста волос. И хорошенечко растушевываем для того, чтобы это все не смотрелось какими-то жуткими вот такими вот полосами. И не забываем про подбородок, его тоже нужно скульптурировать и желательно, конечно, наносить сюда бронзер в эту часть лица также. И теперь будем наносить румяна. В макияже Латте наносятся румяна такого нежного розово-персикового цвета, но не слишком много. Не должен быть эффект такого, знаете, как эффект поцелуя солнышка, то есть как а-ля такой корейский вариант нанесения макияжа, а именно совсем немножко на периферию лица. Использовать я буду палетку от Benefit. Цвет очень безумно, конечно, красивый, такой нежно-персиковый розовый цвет, молочный персик, я бы даже сказала. Именно этот цвет в этом бренде меня манил уже несколько лет, и наконец-то у меня появились эти румяна. Оттенок этот имеет светящийся финиш, да, здесь есть такие мелкие, как бы золотистые частички, но это не отдельные блестки такие, так что не бойтесь, это не будет выглядеть как-то искусственно, наоборот. Слушайте, мне кажется, это дает такое натуральное, красивое свечение. Как вам? Напишите в комментариях такой эффект. Я вот смотрю сейчас на фотографиях, у Latte Makeup, Latte макияжа, как бы хайлайтер и нет. Нанесен, то есть его мало. Даже если он там, где и нанесен, его совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому мы с вами тоже нанесем хайлайтером совсем немножечко. Не знаю, честно говоря, какой использовать из этих двух оттенков. Нанесу я вот этот вот оттенок, более розовый, потому что все-таки розовенький румяна у нас сегодня с вами. Попробую нанести на эту часть. Ладно, гулять-то гулять, поэтому нанесу на эту сторону оттенок, который более золотистый. На выступающие части наносим другого цвета хайлайтер. Золотистый хайлайтер, кстати, только что заметила, что он как раз-таки и похож на, по своему действию на вот этот вот самый хайлайтер от Charlotte Tilbury. Очень действительно похожи они. Надо будет сделать потом сводчи обязательно, чтобы сравнить. Мне кажется, они даже и в рефиле как-то довольно похожим цветом, тоном выглядят. Напишите, как вам в комментариях, похожи они между собой или все-таки есть какое-то различие. Вот этот цвет. И вот этот. Сегодня я буду наносить палетку от японского, использовать в сегодняшнем макияже палетку от японского бренда Luna Soul. Это знаменитый японский бренд, очень большой популярностью пользуется среди японок. Ну и цветовая гамма, конечно же, идеально подойдет для тематики сегодняшнего латте макияжа. Макияж будем делать довольно натуральный мейк. Немножко с таким бронзирующим эффектом, то есть складку или как супер сильно форму глаза менять не нужно. Ну, немножко складочку, конечно, проработать можно. Но в целом это такой золотистый, кофейный, легкий макияж. Можно немножко тенями даже как бы вытянуть. Такие как бы немножко лисьи глазки будут сделать. Давайте приступать к нанесению.
для объективности сравнивания теней, чтобы и у японских, и у американских теней были одинаковые шансы на победу или на проигрыш, буду использовать одну и ту же базу и для японских, и для американских теней. База также проверена временем уже. Наносила на нее разные тени, и я просто уже знаю, как она должна работать. Это вот такая вот база от бренда Jouer. Ручки-стики. Вот этим спонжем я практически не пользуюсь, потому что он довольно жесткий. Вообще не понимаю, зачем он здесь нужен, честно говоря. Наношу я сразу, достаю, точнее, продукты с этого спонжа на пальчик. И уже с пальчиком буду наносить именно на веки, на глаза эту базу. База выглядит как консилер, я не помню точно, есть ли у нее еще один оттенок. По-моему, есть еще другого, более светло-розового оттенка. Это же база, но у меня вот такой вот цвет, цвет консилера, я бы сказала, который подходит в цвет кожи. Поверх этой базы уже не нужно дополнительно никакую пудру, никакие дополнительные закрепляющие продукты использовать, потому что она очень быстро фиксируется, но при этом она совершенно не сушит кожу на глазах. Поэтому, кто искал хорошую базу для теней, обратите внимание, вот так вот называется бренд, крутейшая база. И это еще, кстати, я только заметила, что это водостойкая база и гипоаллергенная база, поэтому она мне так с первого раза и с первого взгляда просто полюбилась, это средство. Набираю коричнево-персиковый, бежево-персиковый цвет и сразу же наношу его на все веко, в складочку, на подвижную часть и вот такими круговыми движениями втушевываю и задаю немножко такой вот тень а-ля лисьи глазки, немножко вытянутый, чтобы был такой, знаете, эффект. За что я люблю японские тени, японский люкс, это то, что, во-первых, очень круто всегда подобраны цвета, цветовая гамма. Это всегда будет идеально между собой сочетаться тени в одной палетке, которые... И это максимально беспроблемные тени. Любые японские люксовые тени. Сукку, вообще шикарные. Луна Сол, это не первая моя палетка. От Сенсай крутейшие тоже тени. Это тени, при помощи которых вы можете сделать реально макияж прям за 5 минут. И буквально, если у вас нет кистей или нет времени, или вы потеряли где-то ваши кисти, реально просто чуть ли не кончиками пальцев, и это будет всегда выглядеть просто шикарно. Основной цвет я нанесла, немножко форму вытянула. Красивый цвет, мне кажется, как вам? Насколько вам нравится такой оттенок в тенях? Мне очень-очень нравится. Набираем этот же самый оттенок и наношу его на нижнее веко, полностью на все, от уголка глаза и до центра. Прошу прощения, дома у меня живет зверь, собачка. Возьму теперь кисти от Hakuhodo G146, ей хорошо прорабатывать такого форма, в такой форме кисти, хорошо задавать направление, вытягивать тушевку, и, конечно же, она идеально подойдет для складки. Вот этот самый темный оттенок из палетки и наношу его, начинаю наносить его в складку, задавая такую немного круглую, но при этом вытянутую форму глаза. Конечно же, соединяю это с подвижным веком. Соединяю тушевку с подвижным веком. И немножко добавляю цвета от конца середины подвижного века и на внешнюю часть такими вот вытягивающими движениями. Немножко добавляю еще на косточку и немного веду к переносице этот цвет для того, чтобы углубить, сделать более глубокий такой взгляд.
Далее этой же кистью, этим же цветом прорабатываю нижнее веко. Добавляю тоже полностью, как и предыдущий цвет. Поверх него добавляю этот кофейный, самый темный цвет от внешней стороны глаза до внутренней. Но прям до самой слизистой, до самой переносицы я этот цвет не довожу на нижнем веке, а заканчиваю его примерно вот на этом месте. Крутейшие кисти, которые не царапают, абсолютно не царапают века. Если у вас нежная кожа вокруг глаз, которая реагирует на разные раздражители, если это жесткие кисти, например, могут сразу краснеть кожа и краснеть сам глаз. Если у вас, в общем, проблемы с кистями бывают, то, конечно, бы я вам советовала немножко потратиться и купить хотя бы парочку, тройку кистей от бренда Hakuhodo. Это будет ваше супер хорошее вложение в вашу макияжную жизнь. Теперь просто чистой пушистой кистью для растушевки я почищу там, где у меня есть такие небольшие выходы за границу моей намеченной тушевки, для того, чтобы более чистый макияж был. И после этого возьму следующую кисть вот такой вот круглой формы, также Hakuhodo, номер G5523. Набираю вот этот вот коричневый такой тауп, светло-тауп, сатиновый цвет. И наношу его от начала середины и до конца середины. В общем, вот на подвижное веко, на центральную часть. Красивущий цвет. Я первый раз пользуюсь сейчас с вами вместе этой палеткой, этими тенями. Поэтому не удивляйтесь, если у меня будут очень странные такие реакции. О, вау! Круто. Действительно классный, слушайте. Мне кажется, его можно для дневного макияжа прям один лишь только вот этот цвет. Ну, если вы любите такие сатинчики, что-то блестященькое на ваших глазах, то прям реально один лишь этот цвет, он будет прям круто смотреться для дневного макияжа. То же самое проделываем с вторым глазом. Реально макияж за 5 минут. Вообще круто. Но это плюс не макияжа, это плюс того, что очень крутая палетка, из которой не нужно танцевать там танцы с бубнами, подложки, все остальное, 5-10, как знаете, когда вот если палетка, она не работающая, не очень качественная, то там, конечно, что ты наноси, что ты не наноси, какие базы, какие консилеры, какие подложки, но она работать от этого не станет лучше. Поэтому 5-минутный макияж зависит от качества вашей палетки для вас. Совсем немножечко добавить для небольшого легкого акцента. Добавляю на слизистую часть сверху и немножко на нижнее веко также. Набираю на кисти вот этот вот самый темный цвет из палетки Retro Palette. Набираю щедро, не жалея, так как немножко поярче хочу сделать эту линию. Немножко убираю тени об руку, чтобы они не осыпались. И теперь наношу на ресничную линию. Рисую легенькую такую вот стрелочку дымчатую. Ну и практически наш с вами макияж завершен. Осталась лишь тушь и помада. Тушь у меня водостойкая формула. И все, у кого реснички, как у меня, максимально прямые, смотрят вниз и абсолютно не держат завиток от керлера, использовать нужно только лишь водостойкие туши. Тушь у меня коричневого цвета. Мне показалось, это будет идеально сегодня для сегодняшнего латте макияжа. И вообще, для у кого светлый цвет волос,
особенно блондинки, лучше, конечно, использовать не черные туши, а именно вот коричневый, такой темно-коричневый цвет. С ними макияж выглядит более, ресницы выглядят более натуральными, не так сильно вызывающими, потому что все-таки черный, мне кажется, цвет, он более, ну, лучше всего подойдет для каких-то вечерних, таких вот вечерних макияжей. Всегда-всегда прокрашивайте, пожалуйста, прокрашивайте нижние ресницы. Это очень странно выглядит макияж, когда ресницы нижние не прокрашены. И когда нет ни теней, никакого продукта на нижнем веке. Когда вы будете прокрашивать нижние ресницы, это будет давать более распахнутый взгляд и, конечно же, завершенный образ макияжа. То есть макияж будет выглядеть полностью завершенным и правильным. Я выбрала палеточку от бренда Estée Lauder. Это новогодняя рождественская палетка, которую я покупала год назад, по-моему. Ну, мне кажется, она и до сих пор на просторах интернета продается, поэтому, если вам понравится, то можете найти и приобрести себе. Удобно на тем, что здесь вот сразу несколько есть оттенков, и в наборе идет кисточка. Вот такая вот кисточка идет в наборе. Использовать, наверное, сейчас я буду. Мне, конечно, вот этот цвет, но он какой-то слишком светлый, поэтому я, наверное, смешаю его и вот такой вот более темный цвет, более темно-коричневый. Собственно, все. Макияж готов. Давайте его с вами вместе оценим. И в сегодняшнем макияже глаз я хочу сделать что-то среднее между вот такими вот двумя вариантами макияжа глаз. Посмотрим, что у меня получится из этого. Надеюсь, будет красиво. То есть сегодняшний, который я буду сейчас сделать, макияж глаз, он будет немножко все-таки поярче, нежели предыдущий вариант. Кисти буду использовать те же, что использовала и в предыдущем макияже глаз, для того, чтобы у обоих теней были одинаковые шансы на победу. И также сейчас нанесу водостойкий праймер для теней, который наносила в предыдущем макияже глаз. Очень нереально быстро фиксируется, просто моментально зафиксировался, поэтому очень быстренько нужно его распределять. Возьму свою любимейшую кисть от Hakuhodo для растушевки, пушистая конусная кисть, смешанный ворс козочки и белочки, и буду наносить, начинать с оттенка вот такого вот Teddy. Технику в сегодняшнем макияже буду использовать ту же самую, что и в предыдущем. Это, то есть, такой вот вытянутый, как бы немножко лисий взгляд. И этим же цветом буду оформлять нижнее веко. То есть полностью прокрашу его от начала и до конца середины нижнего века. Довольно яркости и пигментации теней, мне кажется, макияж уже практически готов, потому что латте макияж, он все-таки подразумевает не слишком большую пигментацию и не слишком такой сильный плотный мейк, поэтому сейчас я буду уже добавлять блестяшку на все подвижное веко. Блестящий оттенок буду использовать вот этот вот, самый светлый, он более всего подойдет для сегодняшнего варианта латте макияжа. Набираю его прям пальцем, но не слишком много набираем, потому что действительно тени очень пигментированные. Точно так же и блестяшки. Нереально просто блестящие. Поэтому
нужно быть осторожнее с этим. Ну и макияж же глаз наш уже практически готов. Осталась лишь стрелочка и тушь. Стрелочку нужно делать не при помощи лайнера или стойкого какого-то яркого карандаша, а в этом макияже латте, как задал изначально создатель, визажист этого стиля макияжа, нужно делать именно при помощи теней, для того, чтобы она была более мягенькая и более растушеванная. Кисть я использую из Ласки, здесь мягчайший ворс Ласки и номер ее B522. Вообще, что касается макияжа глаз, кистей, вот именно на таком сегменте я бы не советовала экономить. И уж особенно там, где мы касаемся ресничной линии наших ресничек, там кожа более всего склонна к каким-то раздражениям, и пользоваться какими-то жесткими и некачественными кистями — это не очень хорошо для здоровья ваших глаз. Поэтому, конечно, если есть возможность, я бы советовала приобрести от, например, такую же кисть, как у меня, от Хакуходу, или же какого-нибудь другого бренда, но чтобы это был обязательно натуральный мягкий ворс. Цвет я буду использовать вот такой вот темно-коричнево-кирпичный, называется он REF. И наношу его при помощи этой кисти. Конечно же, перед тем, как оформлять темными тенями нашу ресничную линию, рисовать стрелочку, нужно подкрутить реснички керлером. Керлер у меня от бренда Shiseido. Это мой один, точнее не один, а самый любимый керлер. Его я использую уже на протяжении 2-3 лет. С учетом того, что у меня есть и стандартного, и другого размера керлеры, этот керлер просто мой самый-самый любимый, так как им можно подкрутить реснички за счет его маленькой формы, можно подкрутить реснички не только, допустим, вот на внешнем уголке, но и очень удобно подкручивать, именно во внутреннем уголке, где обычным, стандартным, большим таким вот керлером, щипцами туда очень тяжело подлезть. То вот такого формата щипцы, они просто реально must have. Идеально по всей длине можно прокрутить ваши реснички. Его плюс — это то, что здесь очень хорошего качества вот эта сама резинка. Мне хватает ее примерно на 1,5 года, даже может немножко больше. Я не знаю, это может быть только у такого формата керлера маленького или вообще у всех щипцов от Shiseido. Но резинка конкретно в этом, который у меня, действительно прям вообще какая-то бесконечная. Ну и после того, как мы подкрутили наши реснички, начинаем оформлять линию роста ресниц. Делаю такую ненавязчивую, не слишком яркую стрелочку. Довожу стрелочку прям до внутреннего уголка глаза, прям до вплоть до самой слизистой. И немножко делаю акцент на внешней части, но слишком такую, знаете, длинную прям стрелку я не рисую, чтобы это не было прям такая явная яркая стрелочка. В этом макияже она, в этом стиле макияжа она не нужна. Конечно же, не забываем про наше нижнее веко. Здесь я тоже начинаю рисовать стрелочку от внутреннего уголка глаза, от слезной линии, для того, чтобы взгляд был более ярким, более драматичным, что ли. И чистой пушистой кистью подтушевываю там, где, по моему мнению, я нанесла слишком много цвета, для того, чтобы сделать более мягкий переход. Ну и вот такой второй финальный результат. Получился макияж с помощью палетки Huda Beauty. Какой вариант вам больше нравится? Первый вариант или второй вариант? Напишите обязательно в комментариях. Будет интересно узнать, почитать ваше мнение. Ну и
теперь давайте быстренько обсудим все продукты, которыми я сегодня делала макияж. Начнем с интереснейшего, на мой взгляд, это палетки теней, ради чего и затеивался сегодняшнее видео. Все-таки мне кажется, что работать именно, пользоваться японскими тенями, которыми я делала первый вариант макияжа Luna Sol, вообще любыми люксовыми японскими тенями, будет гораздо легче и проще, особенно людям, которые начинают только свой макияжный путь, или тем, кто не любит суперяркие какие-то макияжи, им в основном нужны тени именно для жизненного повседневного макияжа. То в таком случае, конечно же, я бы рекомендовала именно обратить свое внимание на японских производителей. Но мне, на мое удивление, понравились тени от Huda Beauty. Они во время работы, когда я тушевала, хорошо тушуются, абсолютно не залипали, какие-то пятна не создавали на лице, но это все-таки довольно яркий вариант, довольно пигментированный, бы я сказала. Конечно, очень сильно отличается от японских производителей. И с такими довольно пигментированными яркими тенями будет, на мой взгляд, сложновато сделать что-то полупрозрачное и нюдовое. Честно говоря, я как-то не хочу ругать особо или одну, или другую палетку теней, потому что просто у них разные задачи. Это изначально разные палетки. Моя цель была именно сравнить в качестве. То есть, насколько они будут легко тушеваться, насколько они не будут залипать или как-то пятнить. Так вот, ни одна из этих палеток вот этого всего негативного не делала мне во время макияжа. Поэтому здесь уж вы сами выбираете, какой вариант вам больше всего подойдет. Чем вы будете больше всего в своей макияжной повседневной жизни пользоваться? Чем-то более простым, нюдовым, не таким сильно пигментированным. На мой взгляд, конечно, в утреннее время и для дневного макияжа это лучший вариант. Или, возможно, если вы больше любите тени, которые у них, они более ярче, у них сильнее пигментация, тогда, конечно, следует обратить ваше внимание именно на палетку от Huda Beauty или на каких-то других американских производителей, например, как Anastasia Beverly Hills. Там, конечно, вообще супер пигментированные, бабам, такие вот тени. Ну и теперь основное, что я наносила, перейдем по порядку, это тональные средства от бренда, в первом варианте макияжа, это от бренда Charlotte Tilbury, и в сегодняшнем, в этом варианте макияжа, это Суку. Мне просто даже интересно, будет ли виден вам результат на камере от этих двух тональных кремов. С каким из них, по вашему мнению, моя кожа на видео выглядит лучше? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне действительно это очень интересно узнать. Но то, что я вижу, например, в зеркале и при носке, то есть я эти тональные крема наносила не в первый раз в этом видео, то есть я уже какое-то количество времени до видео, конечно, уже использовала. Могу что сказать по поводу. Суку — это, конечно, вообще мой любимейший фаворит. Сейчас у этого бренда уже вышла обновленная версия этого крема. Он в прозрачной матовой стеклянной баночке. Сверху такая золотистая крышечка. И как заявляет сам бренд, что это вообще прям супер новая, новейшая ихние технологии. То есть по качеству он должен быть по своему составу еще лучше этой версии. Честно говоря, я даже не знаю, куда лучше этой версии. Это просто мой был самый любимейший, наилюбимейший крем. Мне казалось, лучше него уже придумать ничего невозможно. Но японские производители, как всегда, не стоят на месте со своими супертехнологиями. И вот изобрели новое чудо-тональное средство. К сожалению, покамест я его еще не успела попробовать. Надеюсь, у меня получится это сделать. И что касается второго варианта от Charlotte Tilbury, здесь, конечно, удобно тем, что он как бы подстраивается тоже под цвет кожи, но имейте в виду, что все-таки он дает довольно яркий, загорелый эффект. И на зиму или на супер белых, таких как скандинавского типа цвета кожи, это будет довольно желтым, довольно коричневым таким оттенком смотреться. Поэтому если вы уж очень светлая девчонка, гораздо светлее оттенка моего кожи, то, конечно, вам это средство будет темноватым. И как мне показалось, то от Charlotte Tilbury средство, оно не так хорошо все-таки усаживается на коже, как тональный крем от Suku. И в течение дня, конечно, лучше носится
именно вот этот вариант тонального крема. Еще один небольшой минус этого тонального крема, это то, что если у вас супер сухая кожа и есть какие-то шелушинки на вашей коже, то все-таки это средство, оно, наверное, все-таки сможет подчеркнуть вот эти вот негативные факторы, показать, как бы вывести наружу вот эту всю сухость вашей кожи. Поэтому, если вы планируете его покупать или использовать, обязательно перед ним наносите хороший увлажняющий крем. Но если у вас жирная кожа, склонная к жирности, мне кажется, этот вариант вам очень понравится, потому что, как мне показалось, что он все-таки как-то регулирует себум, то есть кожа с ним не так сильно лоснится, жирнится в течение дня. Что касается вот этих вот средств-корректоры от Бекка и от Шарлотт Тилбери, в принципе, если у вас молодая кожа или у вас нет супер каких-то синячков под глазами или глубоких морщинок, то можно и обойтись, будет без вот этого средства. Но если вы счастливый обладатель всего того, что я только что перечислила, так же, как и я, то, конечно, я бы вам советовала в самом начале макияжа, это как такая хорошая база для кожи, для зоны вокруг глаз, все-таки использовать либо это средство, либо что-то похожее. Оно помогает заполнять вот эти самые морщинки, сглаживает сухости, какие-то неровности и магическим, реально, вот каким-то магическим образом, не имея цвета, оно как-то помогает убирать синеву в зоне под глазами и дает такой приятный охлаждающий эффект. Но он, конечно, не длится прям весь день, это буквально, как вы нанесли, минут 5-10, не больше. Потом, конечно, этот холодок, охлаждающий эффект, он будет проходить. Следующее средство – это Charlotte Tilbury Magic Corrector. Как всегда, у Charlotte Tilbury все магическое. Обожаю это средство, уже, по-моему, не раз показывала в своих видео. Когда закончится, обязательно побегу и куплю еще одну баночку. Может быть, даже возьму еще дополнительно какого-нибудь другого цвета это средство. Потому что это просто must-have, как мне кажется, для всех типов кожи и для всех вариантов макияжа. И для летнего макияжа, когда супер жарко на улице, и для зимнего макияжа, когда супер холодно на улице. Также подходит и для сухой кожи, и для жирной кожи. Не забивается в складки, не забивается в морщинки под глазами. В общем говоря, супер средство на все времена и случаи жизни. Поэтому его могу рекомендовать просто вам с полной уверенностью. Ну и также, что касается баз, это, конечно же, в этом видео я наносила базу от Сукку. Вообще производитель рекомендовал, когда была, когда вышла вот эта вот, этот вариант тонального крема, наносить ее именно вместе с этой базой, потому что база имеет подсвечивающий эффект и увлажняет, лечит кожу. И, следовательно, благодаря этому тональный крем будет наноситься и держаться, и носиться в течение дня гораздо лучше, нежели без нее. Следующее у нас это пудры. В первом варианте макияжа я использовала пудру от Сукку. И второй вариант макияжа, который сегодня на мне, я делала, наносила пудру от Sensai. Это мои две любимейшие пудры у бренда Сукку. Вот в таком варианте формата, с черной крышечкой в прозрачном пластике, есть 4 или 5. Нет, по-моему, все-таки 4 варианта. Конкретно мой вариант, который я использовала в первом макияже, это Oil Rich Glow Powder. Это светящаяся светоотражающая пудра с частичками масла. В своем составе очень хорошо подходит для сухой кожи, для зимнего периода. Также у меня есть еще Velvet Loose Powder, тоже очень красивый, дает эффект, но я ее больше люблю именно на зимний такой вот макияж, в зимнее время года, потому что она более светлого оттенка. Касается пудры от Sensai, это тоже мой любимчик. Пудра дает эффект, знаете, такой вот зафотошопленной кожи, то есть она реально как ластиком стирает какие-то недостатки на коже. Естественно, просто лишь одной этой пудрой без тонального крема и без ничего невозможно будет перекрыть недостатки, но она такое чувство, знаете, вот даже какой-то самый не очень хороший тональный крем, она как будто убирает его, нивелирует его недостатки и сглаживает разные, если там могут быть какие-то цветовые нюансы, вот она как-то действительно корректирует. И что мне нравится в ней больше всего, это то, что она убирает поры.
Действительно, как будто просто вот на фотошопе ластиком вам стирают поры. Реально крутейшая пудра, имеет тоже светоотражающий эффект, но нет здесь в составе никаких блесток, никакого мерцания свечения. И для этого видео я использовала свою новенькую палеточку от Benefit. Давно ее хотела, давно искала, наконец-то получилось у меня приобрести эту палеточку. Очень приятно удивлена была вот этим вот нежно-розово-персиковым оттенком. Абсолютно не подчеркивает поры, не подчеркивает какие-то изъяны кожи, не выводит наружу пигментацию, как это могут делать другие румяна. Но есть, возможно, для кого-то это будет минус, для меня это не является минусом. Здесь есть, присутствует легкий запах. Напоминает запах мне чем-то хороший, такой дорогой парфюмированный гель для душа от Chanel или от Yves Saint Laurent, например. Но когда вы наносите румяна на лицо при помощи кисти, конечно, этот запах абсолютно не ощущается. Он ощущается только лишь если поднести палетку близко к лицу и вот почувствовать этот запах. Что касается хайлайтера в этой палетке, честно говоря, я от них здесь не в восторге. Ну, я покупала, собственно, эту палетку именно только лишь из-за этих румян. Как я говорила в начале этого видео, оттенок Honey Twinkle, который более такой вот золотистый, он очень сильно, поближе вам покажу его, он очень сильно похож именно на оттенок, на сам хайлайтер, который в палетке двушки от Charlotte Tilbury, там где скульптор и хайлайтер, прям безумно похож, мне показалось, он реально просто это один и тот же продукт. Что касается бровей, использовала я продукты от бренда японского Suco, это тушь и лайнер. Тушь моя самая любимейшая тушь, так как она делает именно такую объемную бровь, у меня не хватает волосков и объема на брови, вот она как будто добавляет эти самые волоски, прячет места, маскирует места, точнее, там, где не хватает брови, она удлиняет бровь и при этом она фиксирует. То есть вам уже, если вы будете использовать конкретно этот продукт, не нужно дополнительно использовать никакие фиксирующие средства для бровей. И лайнер для бровей, шикарнейший лайнер, который очень стойкий, он абсолютно не стирается, так что вы можете не бояться идти с ним даже в бассейн, или если вы будете дотрагиваться до вашей брови, ну, нечаянно, например, в течение дня, вы можете не бояться, что вы останетесь без брови. Ну и, конечно, он удобен в использовании за счет своей вот такой вот кисточки-аппликатора. Можно с помощью нее сделать именно тончайшие, тончайшие волоски, прорисовать вот именно там, где вам не хватает, в тех местах. Можно аккуратненькие, красивенькие волосочки нарисовать с помощью этого продукта. Следующее, это тушь для ресниц. Я использую сейчас последнее время все время только лишь водостойкие формулы, так как у меня ресницы довольно прямые и смотрят куда-то постоянно вниз. И обычные стандартные туши, они завиток от керлера не держат. Если у вас та же проблема, что и меня, обязательно обратите свое внимание на хорошие, качественные водостойкие туши. Ключевое слово здесь хороший, потому что я долгое время не пользовалась водостойким форматом туш, так как они были неприятны в использовании. Многие нехороших таких брендов, нехорошего качества туши, они могут вызывать какие-то неприятные ощущения на глазах, на ресничках. Это может в течение дня как-то почесываться, что ли, у вас глазки могут. В общем-то, не совсем качественные туши, они так или иначе будут ощущаться у вас на глазах. И это неприятное ощущение. Я вообще ненавижу макияж, который я чувствую. Вообще не люблю ни тональные средства, ни туши, ни помады, которые я ощущаю в течение дня. Для меня это уже какой-то показатель не совсем качественного продукта. Так вот, наконец-то я по прошествии некоторого времени нашла своего любимчика. Это тушь от Suco. И у меня есть еще один фаворит. Это от японского бренда. Подешевле уже бренд, нежели этот. Называется он Heroin Make. Я его показывала в макияже про распаковку сайта Beautylish. То есть в позапредыдущем видео. Так вот, если вы ищете хорошую водостойкую тушь и не знаете, какого бренда, какого производителя выбрать, я бы вам, конечно, советовала обратить именно ваше внимание на японских производителей, потому что в плане водостойких туши японцы самые первые в мире. Не отпечатываются на веках, даже если у вас супер нависшее веко или
жирная кожа вот в этой зоне на веках, то, конечно, эти туши, они не будут отпечатываться, и они будут шикарно держать завиток в течение всего дня. И, конечно же, они абсолютно хорошие японские качественные туши, они абсолютно не будут как-то ощущаться на ваших ресничках. Помаду я наносила для первого варианта макияжа только лишь вот эту вот набор от бренда Estée Lauder. Удобна палетка это тем, что здесь, конечно, есть сразу же 6 вариантов разных цветов. Когда я покупала, она была именно вот в таком вот, прошу прощения, коричнево-нюдовой такой гамме и еще в красных, таких ярких красных оттенках, так как я не использую в основном, практически никогда не использую красные помады, естественно, я взяла себе более носибельные коричневые такие вот варианты, нюдовые варианты цветов этого бренда. В набор этой палетки, как я уже сказала, входит 6 оттенков. Это 550, 524, 525, 557, 333 и 540. Конечно, удобно сразу то, что за относительно небольшую цену не очень сильно отличалась по цене от просто обычной стандартной помады. Здесь можно попробовать именно сразу несколько, сразу 6 оттенков. Посмотреть, какой вам будет больше всего нравиться. И формат выпуска помад в этой палетке это не матовые, такие вот наглухо матовые, но в то же время и не увлажняющая формула здесь, а это, скорее всего, больше относится к сатиновой формуле. Это будет что-то между матовым и между увлажняющим. Для второго варианта макияжа сегодняшнего, когда я использовала палетку Huda Beauty, я еще сверху поверх этой помады, которую я наносила от Estée Lauder, нанесла вот такое вот масло для губ от японского бренда, который называется Addiction Tokyo. Очень хорошее масло, оно супер классно увлажняет губы и при этом дает такой красивый светящийся такой блестящий цвет на губах. У меня оттенок, который называется 0.11, по-моему, да, 0.11 цвет. Это лимитированный оттенок. У масел для губ есть 6 или 7 разных вариантов оттенка. И здесь 6,5 миллилитров. Казалось бы, такая маленькая баночка, но 6,5 миллилитров, мне кажется, это довольно достаточное количество для масла для губ. Про кисти, которые я использовала в этом макияже, я сегодня уже в этом видео говорить не буду, так как это займет довольно большое количество времени. Для этого нужно посвятить отдельное видео, что я и хочу сделать в будущем. Сделать видео про хорошие, качественные и не очень качественные кисти. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить интереснейшее видео с разбором кистей. Спасибо всем за просмотр, кто досмотрел до конца это видео. Жду ваши комментарии, подписки, лайки, колокольчики, в общем, все вот эти ютубные штучки. На сегодня это все. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!